Вот сайт VIP-талисман. Он достаточно плотно наполнен. Вот уже более 9000 различных фотоэффектов. Они постоянно прирастают. Это большая коллекция шаблонов, которая позволяет каждому пользователю, добавляя свои изображения, получить замечательный коллаж. Все эти шаблоны разбиты на различные темы. Вот видите, рамки для влюбленных, свадебные, женские, мужские, альбомы, детские рамки, мультфильмы, фотоэффекты, да много, и даже школьные фотоальбомы. Ну, например, на примере детского шаблона попробуем создать коллаж. Обратите внимание, что если у нас есть одно пустое место, значит, мы можем добавить, интегрировать сюда одну свою фотографию. Если несколько квадратиков, значит, столько фотоизображений дополнительных мы можем интегрировать вот в это изображение. Ну, например, выбрали медведя с Машей. Если флеш не запускается, запустите флеш. Сейчас он загрузится. Шаблон грузится. Шаблон готов. Все, что нужно нам, находится в самой верхней части шаблона. Это добавление фотографии. И здесь основные инструменты, которые позволят нам оперировать с этой фотографией. Ну, давайте добавим свою фотографию. Я могу выбрать любую. Но это понятно, что какой-то портретный вариант. Я просто сейчас выберу какой-нибудь портретный вариант фотографии. Женщина, я ее немножко увеличу, либо могу уменьшить, чтобы она вписалась в это изображение и не было там белых полосочек. Если немножко темновато изображение, можно сделать, например, поярче изображение, можно более насыщенным и так далее, и так далее. То есть можно выбрать варианты. Можно подвинуть влево, подвинуть вправо, развернуть в разные стороны, в другую сторону. То есть все это доступно для нас. После того, как мы все эти операции проделали, можем просто сохранить фотографию. Обратите внимание, здесь желтый контейнер как раз с подсказками, которые подскажут, что нужно нам делать в той или иной ситуации. Сейчас у нас коллаж будет соберется в одно целое и предложено будет сохранить его. Сохраняем ту папку, которая удобна для вас. Ну, чаще всего это бывает загрузки, либо рабочий стол. Сохранить. То есть получается, что я сохранил уже готовый коллаж. Ну, он просто предлагает выбрать другой фотоэффект, либо выбрать коммерческий тариф, когда без логотипчика такой коллаж будет у вас собран. Вот работа готова. Таким образом и формируются разные коллажи с использованием профессионально сделанных шаблонов. Успехов!